Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы рады вновь вас приветствовать отсюда, из Чехии, город Брно. Очередной матч чемпионата Европы под эгидой ЕМФ. И на ваших экранах национальные команды России и Словакии. Помогать вам смотреть этот увлекательный поединок буду я, Евланов Евгений. И все готово у нас к тому, чтобы прозвучали гимны России и Словакии. Начнем с гимна Словакии. Ну что ж, прозвучали гимны. Ну и давайте сразу перейдем к составам команд. По традиции уже назовем всех игроков, попавших в заявку. Ну и после будем определяться со стартовыми сочетаниями. Итак, сборная России. Два голкипера в заявке. Сергей Лихонин, номер 30, Денис Коршиков, 26-й. Полевые. Евгений Маришин, 4-й. Александр Куксов, 6-й. Сергей Алборов, 18-й. Евгений Вашурин, 20-й. 23-й. Валерий Лихобабенко, 22-й. Михаил Меркулов. Под номером 8 Сергей Фаустов. 11-й. Эрик Корчагин. 13-й. Капитан команды Алексей Медведев. 2-й. Антон Кулагин. 5-й. Дмитрий Бушуев. 33-й. Виктор Капков. И под номером 28 Павел Ботов. Главный тренер команды Дмитрий Смирнов. Состав Словакии. Голкипер под номером 1 Мартин Харак. 2-го, к сожалению, голкипера пока не удается идентифицировать. Поэтому перейдем к любым игрокам. 11-й Станислав Кримпаски. Под номером 6 Сильвестр Ягер.
Номер 12 Людовит Феликс, 14 Рудольф Белиш, 7 Томас Бочкой, 9 Патрик Юхас, 10 Мартин Мраз, под номером 2 Марош Сашак, под номером 8 Иван Бухель, 3 Томаш Милота, 4 Матей Васичек и под номером 22 Марек Чопек. Главный тренер команды Андрей Качмар. Ну вот сборная Словакии уже на поле. Готова начать поединок. Ну, а наша команда настраивается, использует все эти последние секундочки для того, чтобы максимально заряженным выйти на этот матч. Это уже четвертый поединок в группе С. Вчера Словакия обыграла Испанию со счетом 5-0. Ну, а наша команда уступила туркам 0-1. Ну и буквально пару часов назад закончился поединок Испании и Турции. Испания одержала победу со счетом 3-2. Поэтому в нашей группе тут максимально обостряется интрига. Ну, для сборной России все достаточно просто. Надо побеждать. Ну и мы все на это надеемся. Итак, стартовал у нас поединок. Ну и стартовое сочетание россиян. Давайте сразу отметим появление Дениса Коршикова на последнем рубеже. Два защитника. Сергей Алборов, Александр Куксов. Евгений Вашурин. Сейчас он борется за мяч. Также Михаил Меркулов. И на острие Алексей Медведев. Произошли изменения. Ну, естественно, Коршиков. Прошлый поединок с турками весь матч сыграл Сергей Лихонин. И сыграл здорово. Так что это такая тактическая замена. Прежде всего, рассчитывает тренерский штаб на хорошее умение Дениса Коршикова играть ногами. Ну и в старте начинает поединок Куксов и Вашурин. Вчера они выходили на замену. Алборов, Вашурин. Старается сборная России контролировать мяч, играть низом. Словаки встречают на своей половине. В принципе, очень похоже действовали словаки. Вот опасный момент, Медведев, но в последний момент накрывает его. Иван Бухель, по-моему, накрыл Алексея. Словаки будут рассчитывать на контратаки, на наши ошибки. У них уже есть 3 очка в копилке. И поэтому, в принципе, абсолютно неудивительно вот это начало матча. Будут они заманивать наших футболистов и стараться проводить разящие контратаки. Вашурин. Здорово на Медведева. Ну, не хватило тут немножко Михаилу Меркулову. Отличная позиция. Ну вот, проводя параллели со вчерашним поединком, у Меркулова также был шикарный шанс где-то в первой половине первого тайма забить гол, но не получилось. И вот сейчас чуть не хватило Михаилу. Ну вот, радует то, что с первых минут находим мы эти свободные зоны в оборонительных порядках словаков. Ну и будем надеяться, что в отличие от вчерашнего матча сумеем мы забить свои голы. Потому что и вчера моментов было создано много. Но вот мяч пока не идет в сетку. Ну, у сборной Словакии выделяется центральный нападающий, 12 номер, Людовит Феликс. Очень много игры будет на него. Отметился он уже забитыми мячами на этом турнире. Ну, естественно, тренерский штаб анализировал, разбирал вчерашний матч сборной Словакии. И, конечно же, подсказал, как действовать против этого габаритного нападающего. Ну, отметим, опять же, касаясь игры сборной словаков, что вчера против испанцев они очень хладнокровно реализовывали те моменты, которые дарили им испанцы.
испанцы ошибались, а словаки их за это наказывали. Поэтому наш этот поединок сборная России должна провести максимально собрано и не давать словакам шансов. Пусть они пытаются сами что-то создать, и посмотрим, как у них это получится. Отворот здесь показывает один из арбитров сегодняшнего матча. Давайте как раз их и представим. Два главных рефери. Флориан Поттер из Германии и Христо Пейнов из Болгарии. Ну и также им помогают два представителя Румынии. Кьюли Джордж и Кис Кьюри Николая. Получает здесь небольшое повреждение Сергей Алборов в борьбе за верховой мяч. Проходят достаточно короткие и быстрые смены у словаков. Здорово Коршиков на выходе. Переводит мяч на угловой. Появился Патрик Юхас под номером 9. Вот он как раз сейчас в центре штрафной. Еще один габаритный нападающий. Ну, сборная Словакии, опять же, если вы посмотрите по картинке, нет таких маленьких шустрых футболистов, практически все габаритные, массивные. То есть такой силовой стиль исповедует команда. Вновь Медведев получает мяч штрафной, отбирают у него здесь Томаш Милота. Нарушение правил зафиксировано. Произошла замена. И в нашей команде вместо Алексея Медведева Эрик Корчагин появился на поле. Ну вот после вчерашнего матча, опять же, тренерский штаб принял решение делать смены чуть короче. И вот видим мы, что уже на 6-й минуте произошла первая замена. Меркулов, Куксов, Алборов. Ну и даже через наушники, через весь интершум мы слышим и подсказ Дениса Коршикова своим партнером. Мяч ходит, все быстрее делаем. Расставляет он футболистов также по местам. Вашурин пытается зацепиться, не получается. И атака Словакии. Здорово цепляется за мяч нападающий. Угловой будет. И идет исполнять этот стандарт Марош Сашак. Посмотрим за розыгрышем. Вообще у словаков очень много наигранных комбинаций. Удар с левой не точно. Очень много наигранных комбинаций, в том числе и с угловых. Но обратите внимание, уважаемые друзья, как словаки будут исполнять ауты. Много-много хороших комбинаций у них есть. Смотрели мы за этим, следили. У сборной России очередные замены. Появился на поле Валерий Лихобабенко. Также произошла смена защитной линии. Вот Евгений Маришин сейчас вступает в борьбу, выигрывает ее. Корчагин сумеет ли зацепиться? Нет, только аут, к сожалению, и то не в нашу пользу. Ну и помимо Маришина, Антон Кулагин под вторым номером вышел в оборону. Павел Ботов уже появился. Полностью сменилась наша пятерка. Достаточно спокойно сейчас мы даем словакам контролировать мяч. Полностью они же все на нашей половине поля. Вот Валерий Лихобабенко в прессинге. Заставляем вратаря выбить далеко. И мяч в руках у Дениса Коршикова. Сразу направо. Кулагин. Вот то, что требуется. Денис будет высоко выходить. Пытаться вытягивать словаков на себя. Но вот тренерский штаб словаков, видимо, тоже разбирал игру наших футболистов. И вот пока даже никаких поползновений у нападающих словаков нет для того, чтобы идти в высокий прессинг, выбрасываться. Нет, все четко, все на своей половине. Штрафной. Смотрим за розыгрышем. Конечно, знаем мы
Промогучий удар Маришина. Вот сейчас он остается один. Видимо, на него и будет скатывать. Так и есть. Решил пробить не на силу, а на точность. Евгений будет угловой. С правого фланга Лихобабенко. Маришин открывается. Еще один удар. Выносит мяч из штрафной. Лихобабенко. Удар. Удар в створ. Молодец, Валерий. Ну и отметим уверенные действия Мартина Харрога. Ну и также вот уже по первым минутам, да, видно, когда голкипер выносит мяч. Сдвоенный центр исполняют словаки. Два габаритных футболиста идут туда практически к Денису Коршикову и борются за этот мяч. Ну и отметим, невысокий темп. Очень хочется увидеть скорости. Особенно в исполнении сборной России. Коршиков уже на чужой половине. Маришин под левую. Прострел в штрафную. Но вот уже не первый раз. Иван Бухель выносит мяч из штрафной. Ну, давайте скажем чуть-чуть про погоду. Ну, в Брно сегодня очень жарко. Термометры показывают плюс 28. И это в тени. Сами представьте, как там на синтетике чувствуют себя футболисты. Как раз смотрели мы с трибун игру Испания-Турция. Ну, действительно, очень тяжело даже просто сидеть на трибунах. Жарко, солнечно, практически отсутствует ветер. Поэтому футболистам действительно очень тяжело. Вот, возможно, как раз именно с этим и связано то, что пока не включают скорости. Вот быстрая обратная замена. Ботов поле покинул, вернулся Вашурин. Ну и получается у нас таких два атакующих полузащитника сейчас в этой расстановке. И первый удар в этом матче Дениса Коршикова. Увидел наш тренерский штаб, да, что низко садятся словаки, и Коршиков уже весь в игре. Ну и, соответственно, выпустили на поле более атакующего футболиста, дабы Евгений смог что-то придумать в атаке, обострить за счет своего дриблинга, либо отдать последнюю передачу. Вот эту пресловутую последнюю передачу, которой очень не хватало вчера в матче с Турцией. Ну вот здесь сразу же уже успокаивают главного тренера Дмитрия Смирнова. Лихобабенко опускает игровой снаряд, обыгрывается с Маришиным. Корчагин зацепился и жестко сзади, через ноги был произведен этот отбор. Сильвестр Ягер свалил. Вот предупреждает его последний раз, а дальше будет желтая карточка. У мяча Евгений Вашурин. Вот в эту паузу происходит очередная замена. Кулагин поле покидает. Возвращается Алборов. И вот, наверное, уже в следующей паузе Гостов Сергей Фаустов появится. Так, Вашурин. Удар. Прямым ударом решил Евгений исполнить этот стандарт. Никакого розыгрыша. И зарабатываем мы аут. Остается мяч в поле. Можно играть. Алборов, Маришин. Вашурин. Включается Лихобабенко. Здорово. Пас касания. Отбивает вратарь. Ну и такая массовая глобальная замена готовится у словаков. Сейчас там 5 человек. Ждут указания от своего тренера. Появился Фаустов. Вот как раз на него следовала эта передача. Но высоченный голкипер Мартин Харрог без труда забрал мяч. И отправляет его вперед. Алборов выигрывает верховую борьбу. Мяч уходит в аут. Ну, вот как раз происходит вот эта замена. Пятерки. Ну и посмотрим и затем, как вот сейчас новые футболисты словаков разыграют этот стандарт. Матый Васичек готов вести мяч в игру.
Ну, зацепились, зацепились. Пас под удар. И Томаш Милота отправляет мяч очень неточно. Но далее мы вот эту секундочку позволили нанести удар по своим воротам. И вновь Коршиков. Алборов. Хорошая передача. Алихабабенко забивает гол Валерий. Первый гол сборной России на чемпионате Европы. Нестареющий Валерий Алихабабенко на 14-й минуте открывает счет в этом матче. Ну, отметим мы Сергея Алборова, который включился по правой бровке. Отдал передачу на дальнюю штангу. И Валерий в касание перевел мяч в ворота. Ну, теперь словаки, наверное, должны будут что-то придумывать в атаке. И у наших футболистов, возможно, появятся свободные зоны. Ну, вот посмотрим. Сразу же словаки начнут менять тактический рисунок. Нет, вновь откатываются на свое. Видимо, считают, что 0-1. Это пока не так критично. Играть еще много времени. Ну вот в том числе и изменения на позиции голкипера, да, приводят вот к такому рисунку. Коршиков очень высоко с первых минут, в принципе, поднимается. И как раз вот это позволило Сергею Алборову включиться. Вот то же самое сейчас происходит. Куксов. Очень похожие комбинации. Только в том случае развивался она по правому флангу. И от Алборова пошла точная передача на Лихабабенко. Сейчас точно так же, но слева открывался Куксов. Но его прострел не нашел ногу партнера в штрафной. И по-прежнему 1-0. Много-много верховой борьбы предстоит сегодня выиграть нашим защитникам. Ну, Денис Коршиков постоянно подсказывает. Мяч под контроль, низом. Не надо нам игры верхом. Удары с дальней дистанции. Рикошет от Алборова. И мяч выше перекладины летит. Вновь Вашурин. Вот сегодня Евгений чаще всего меняется. Прострел низом. Очень опасно. Куксов там был в борьбе со Станиславом Кримпаски. Но не добрался словак до мяча. Обошлось все для нашей сборной. Ну и вновь готовится у словаков замена. Замена пятерки. Ну вот в этом сочетании словаки гол пропустили. И сейчас выходит стартовая пятерка. Но пока наша сборная плетет очередные кружева в атаке. Коршиков. Меркулов. Можно было в касание на Алборова. Вашурин. Идет в стык. И нарушает правила словаки. Очередной фол на себе зарабатывает Евгений. Ну, решили ничего не придумывать. Быстрый розыгрыш. Алборов. Можно бить. С правой ноги. Попадает Меркулова. Ну, и здесь попытка убежать как раз того же Кримпаски. Но все игроки сборной России уже успели вернуться. И, наверное, максимум выжили словаки. Это аут. Внимательно там за борьбой штрафной следят арбитры. Цепляются словаки. Передача пяткой под удар. Не точно. Вот вся опасность у словаков как раз вот исходит от стандартов. С игры пока мало что удается им сделать. Но вот ауты угловые. Здорово они разыгрывают. Но вот, наконец-то, словаки первый раз за тайм пошли в прессинг. Ждали мы этого? Нет, ошибаемся. Ну как же так? Все вот эти эпизоды разбирались. И как раз говорили, вот надо поймать их на этом, когда они полетят. И организовать быструю атаку. Ну вот сейчас, по-моему, как раз Антон Кулагин немножко оказался не готов. Обокрали его.
Ну, до опасного момента дело не дошло. Ух, вышел мяч. Куксов. Назад. Коршиков. Вновь высоко. Идет Денис. Ждут, ждут, выжидают наши футболисты. Ну, на самом деле, ведем мы со счетом 1-0. И в любом случае, это словакам. Сейчас надо что-то уже придумывать, чтобы отыгрываться. Мы можем так и до конца тайма докатать мяч на своей половине поля. Вновь Коршиков. Медведев открылся сюда на место защитника. Получил мяч. Заскучал там Алексей впереди. Вот теперь уже Вашурин рядом с Коршиковым. Расставляет всех Денис. Меркулов. И возврат назад. Вот здесь уже прессинг. Куксов, здорово, здорово. Можно развивать атаку. Медведев на дальнем фланге. Но не прошла передача от Меркулова. Здорово все было. И вот если бы этот пас дошел до Алексея, там уже в пустые ворота наш капитан вносил бы этот мяч. Но после первого тайма счет 1-0. Мы впереди. Отдохнем вместе с командами. Буквально 5 минут и снова вернемся в эфир. No out after the whistle of the referee. We finished the first half of the match between Russia and Slovakia. We saw one goal only scored by a player number 23, Valery Rykovalenko, in 58 minutes. And to him, Russia leads 1-0 against Slovakia. After the first 20 minutes. Dima Zavazena, zakončíme polovinu dnešního zápasového pelotonu. Protože opravdu těch utkání je dnes spousta, dohromady 8. Tohle je čtvrté z nich. Na vás budeme v 18 hodin zápasem Německa s Ukrajinou, pak si to rozdají Kazachstán s Řeckem, Rumunsko s Portugalskem a na závěr za určitě nejhodnější návštěvy tak je v aréně Česko versus Lotyšsko. So this is a fourth match, so it's like half of today's schedule. After that we'll continue with the match in Germany against Berlin. At 6 p.m. and in 1 hour Kazakhstan against Greece at 7, at 8 Romania against Portugal, and then we'll have like 45 minutes break and wait for start of the last match. That is Kerman Czech Republic against Latvia as a last match in Group A. Ale prohrávají díky, s tím svobodným rozdílem, vše je otevřené.
Турбиску Новарина. Zdá se, že skupina C je opravdu nabitá. Tam byl každý bodík. Možná víc než těch ostatních skupinách, tady se to opravdu láme. Ta skupina je Rusko, Turecko, a tomu Španělsko a Slovensko. This is very strong Group C with Russia, Turkey, Spain and Slovakia. Spain Turkey 3-2 in today's second match. Very emotional. So Turkey with 3 points. Spain also. Russia still without any points. Slovakia 3. So if Russia would win, there would be 43 points after 2 matches. Команда выходит у нас для продолжения матча. Ну, а давайте я вам пока немножко расскажу о том, как проходил поединок Испании и Турции. Наверное, даже больше сакцентируем внимание на концовку. Там определенный скандал произошел. Испанцы все время были впереди по ходу матча. Турки догоняли. И где-то за 30 секунд, точнее 30 секунд после возобновления матча оставалось. Один из футболистов сборной Испании получил вторую желтую, соответственно красную, покинул поле. Но испанцы то ли по незнанию тонкостей регламента, то ли умышленно, но я склоняюсь больше ко второму варианту, естественно, выпустили пятого полевого. И то есть турки последние атаки, вот эти последние 30 секунд проводили в равных составах. Естественно, это вызвало, когда увидели бурю негодования и эмоции на скамейке запасных Турции. Но при этом турки там создали сумасшедший голевой момент. Вратарь спас. Там практически вся турецкая сборная во главе с главным тренером уже выбегала на поле. Показывала, что испанцы по-прежнему играют в пятером, в 5 полевых. Но арбитры этой встречи решили дать финальный свисток. То есть ни один из 4 арбитров, которые работают на матче, не увидели. Что, по сути, человек просто не просто красную карточку заменил, а как, получил, а как будто бы заменился. Но это вызвало большой скандал, естественно, и после матча. И сборная Турции подала протест. Не знаю я, чем все это закончится. Регламент чемпионата Европы, он слегка запутанный. И не всегда с первого раза понятен. Но вот удалось пообщаться с представителями турецкой команды, с их руководством, и они говорят о том, что это не проблема арбитров, что они не заметили, что команда Испании играла в численном равенстве, а это проблема команды Испании, они должны были за этим следить, и по словам турецких представителей, подали они протест, чтобы испанцам засчитали техническое поражение 0-3. Вот сейчас Медведев, здорово, скидка Меркула в 2-0. Михаил Меркула удваивает преимущество сборной России в начале второго тайма. На 22-й минуте Михаил Меркулов забивает гол. И вновь вот эта пятерка словаков пропускает гол, и сразу же уходят они на замену. Ну вот, если не последует какого-либо решения по техническому поражению сборной Испании в матче против Турции, то вот на данный момент сборная России одерживает победу, и у всех 4 команд в группе С или в группе С, как кому больше нравится, будет по 3 очка. После, соответственно, 2 игровых дней.
Ну, давайте сразу скажем, что у сборной России завтра игр не запланировано. Будет тренировка. И будем готовиться уже к поединку против сборной Испании. Ну и как вы сами понимаете, что если у всех команд будет по 3 очка, тут возможны абсолютно разные расклады. Можно как и первое место занять, так и вообще не попасть в плей-офф. Ну а момент. Капитан Словаков бьет выше ворот. Ну а по регламенту 24 команды участвуют в турнире, соответственно 6 групп по 4. Но я думаю, вы прекрасно понимаете, что чтобы вывести 16 команд дальше, первые две команды в своих группах гарантированно проходят. Ну и также проходят 4 лучших третьих места. Ну вот такая на данный момент наша группа получается ровная. Лихобабенко вперед на Корчагина. Эрик цепляется за мяч, но защитник выбивает. В очередной раз Иван Бухель здорово себя проявляет в отборе. Следует у нас замены. Вновь Антон Кулагин появляется. Корчагин, Ботов. Опасно играет Павел. Ну а словаки даже не стали дожидаться, пока их собственный игрок поднимется с газона. Пытаются организовать быструю атаку, но Валерий Лихобабенко отработал. И не позволил сопернику прорваться к нашим воротам. Фуксов, здорово. Ну давайте все-таки главного тренера сборной России Дмитрия Смирнова мы уже представляли, но у нас большой тренерский административный состав на этом турнире. Помимо Дмитрия Смирнова, помогает ему, как обычно, менеджер сборной Артем Смирнов. Также на скамейке запасных присутствует Олег Балашов, администратор команды, тренер Денис Лопатев, скаут сборной России Денис Щукин, врач команды Юрий Васильков. Ну и на трибунах наблюдает за этим матчем генеральный менеджер сборной Александр Зуев. Ну и пресс-атташе сборной Елизавета Кузенкова на данный момент на время поединка превращается в фотографа и делает замечательные качественные снимки. Ну и представим также нашего уникального видеооператора Федор Новицкий. Здесь работает. Все вы можете следить на сайте LFL.ru и в соцсетях, в группах ВКонтакте, в Инстаграме за творчеством Федора. Отличные ролики, отличное интервью. Все это происходит во многом благодаря именно ему. Маришин на Лихобабенко. Но не удалось быструю контратаку организовать. И Маришин предпочитает отыграть на Коршикова. Заброс вперед. Ботов. Надо отрабатывать в оборону. 3-3. Атака. Удар с дальней дистанции. Вновь герой эпизода Иван Бухель. Наверное, он сегодня один из самых заметных футболистов в составе сборной Словакии. Ну и пока абсолютно выпадает вот этот 12 номер, центральный нападающий Людовит Феликс. Практически незаметен он. Штрафной, под этот штрафной как раз Сергей Фаустов выходит на газон. Смотрим, что он сейчас придумает. Валерий Лихобабенко там очень интересно расположился под розыгрыш. Денис Коршиков. Пас на Лихобабенко. Ну, разгадали эту комбинацию. Словаки. А здесь подкат. Нельзя в подкатах играть на чемпионате Европы. Ну и здесь уже поопаснее точка. Здесь Фаустов может и ударом прямым решить. Ну, а я бы акцентировал внимание на Маришине. Вот как раз на дальнюю штангу. Он туда открывается.
Ну, точно так же и Коршиков обладает могучим ударом. В общем, есть кому пробить. Смотрим за розыгрышем. Фаустов прямым. Первый кто на подборе? Мяч остается у сборной России. Маришин опасно. Но абсолютно верно поступает Коршиков в этом эпизоде. Просто выбил мяч в аут. Ну а теперь уверенно поймал удар и вводит мяч в игру. Вот так вот практически без моментов и достаточно спокойно прошла уже половина второго тайма. Нас абсолютно устраивает такое развитие событий. Ведем мы со счетом 2-0. Вот словаки пытаются что-то придумать. Хорошая передача. Коршиков не спасает Денис. И словаки забивают гол. Сильвестр Ягер здорово открылся там по левому флангу. И с острого угла исполнил удар. Ну, на самом деле, хорошо все сделал Ягер. Чуть-чуть не успела перестроиться оборона. Никто не подстраховал, там Валерия Лихобабенко. Свалились в одну точку Маришин и Кулагин. Ну, 2-1. Интрига в этом матче обостряется. Меркулов, Вашурин. Фаустов принимает на столба, подталкивает его. Штрафной. Может быть, попробует разыграть побыстрее. Нет. Выжидаемо. Расставляются футболисты. Мечают Фаустов, Маришин. Нет, происходит замена. Некоторая неразбериха. Все-таки остается Маришин на поле. Итак, Фаустов. Слева Алборов. Свободен удар. Спасает голкипер. Ногами отбивает Мартин Харак. И угловой с правого фланга. Евгений Вашурин. Алборов. И мяч у Коршикова. Медведев. Ну, подталкивали там Алексея. Пол не зафиксирован. Заброс вперед. Почему-то не стал в борьбу вступать Михаил Меркулов. Ой, здорово, здорово. Алексей Медведев доработал до конца в этом эпизоде. И зарабатывает аут для нашей команды Куксов. Ну, я думаю, уважаемые друзья, вы прекрасно представляете, что гораздо больше болельщиков на стадионе, болельщиков сборной Словакии. Если вы откроете карту и посмотрите, то вы поймете, почему. Словакия здесь совсем недалеко. Коршиков здорово на выходе. Не решился, сразу вперед бросить мяч Денис. Меркулов там врывался в свободную зону. Вот очередная позиционная атака. Словаки идут в прессинг уже. И надо их ловить на этом. Куксов, вновь Коршиков. Алборов, Коршиков, Медведев. Пока все здорово, но надо продвигаться вперед. Меркулов. Стенку с Куксовым. Не прошла обратная передача. Чуть-чуть скорости не хватает вот этих моментов нашим игрокам. Чуть побыстрее, вот на секунду, на долю секунды расставаться с мячом. И не будут успевать словаки. Удар! Коршиков спасает еще раз! Чудо-сейв! Дениса Коршикова. Что здесь у нас?
Неужели пенальти? Неужели пенальти? Подкат в исполнении Куксова? Что происходит? Только я сказал, что чудо-сейв Коршикова. 1-2. Денис действительно был великолепен в этом эпизоде. Или это свободный? Даже сами футболисты, ни словаки, ни россияне не понимают. Это свободный. Но действительно, видимо, подкат был зафиксирован со стороны Куксова. Чудо правила. Да, свободный удар. Ну, не только я не понимаю, на самом деле, что произошло в этом эпизоде. Вот находятся тут рядом со мной представители делегации Греции, Португалии, Германии. И все мы обмениваемся неудуменными взглядами. Но в любом случае очень опасный момент. Сейчас надо отбиться. Удар! Вновь Коршиков спасает. Все-таки герой эпизода Денис. И в предыдущем моменте дважды он вытащил. И сейчас здорово сыграл. Но неудачно прямо на мяч приземлился Денис. Вот такая минута имени Коршикова. Обязательно попадет. Попадут эти эпизоды в нарезку, в хайлайты. Смотрите, следите. Требуется помощь врача. Ну, все хорошо с Денисом. Коршиков настоящий боец. Готов он продолжить поединок. 5 минут основного времени. Тем временем у нас остается в этом матче. Счет 2-1. Впереди сборная России. Алборов, Коршиков. Вашурин им помогает разбивать прессинг. Ну, надо, чтобы кто-то открывался в середину под передачу. Вот Меркулов пытается это сделать. Медведев. Вот сейчас 2 футболиста сборной Словакии. 3 футболиста уже на нашей половине поля. Надо через пару быстрых передач найти партнера свободного. Но вот в одну точку стали открываться и Медведев, и Меркулов. И даже вот если бы мяч дошел бы хотя бы до одного из них, интересно, кому бы они его отыгрывали. Ну а аут пока Вашурин. Туда штрафную Медведев. И, возможно, контратака словаков. Удар с дальней дистанции мимо ворот. Что здесь? Угловой. Коршиков дотянулся до этого мяча. Ну, передача на дальнюю. Абсолютно не разобрались сейчас словаки. Ну и замены. Сборная России. Лихобабенко, Корчагин. Вновь возвращаются. Алборов бросает туда, вперед. Лихобабенко продлевает. Меркулов, Корчагин. Что, штрафной? Штрафной в другую сторону. Но буря эмоций. Негодование на скамейке запасных сборной России. Там и Корчагин с кем-то повздорил. С кем? С 8-м номером. С Иваном Бухелем. Не раз я называю уже эту фамилию. Надо перевести вот эту концовку в такое спокойное русло. Поменьше эмоций. Ботов появился на газоне. Успокоить игру. Коршиков вперед. Корчагин опережает его. Защитник. Это как раз автор забитого мяча. Сильвестр Ягер. И будет аут. Остается уже меньше 3 минут. Куксов. Назад. Коршиков. Прессингует его Феликс. Денис здорово на Алборова. Кто ему поможет? Корчагин цепляется. Прострел. Лихобабенко имел шанс оформить дубль в этом матче. Буквально шажочек вперед сделал бы Валерий. И ворота были бы пустые.
Свежая пятерка появляется у словаков на концовку. Замены следуют и у нас. Вновь на поле Антон Кулагин. Проиграл он сейчас борьбу. Лихобабенко шикарно сыграл в этом эпизоде. Опередил девятого номера Патрика Юхаса. Подстраховал своего партнера. Опередил нападающего. Подставился, заработал фол. Но Коршиков просит еще раз врача. Вот получил он все-таки повреждение в том эпизоде. На заднюю поверхность бедра он показывает. Вот второй раз уже за это время ему морозят. Я думаю, все, кто играл в футбол, прекрасно понимают, насколько это неприятно. Ну а голкипер у нас постоянно в игре, постоянно играет ногами. Поэтому, конечно, с таким микроповреждением тяжело ему приходится. Коршиков вперед. Вновь борьба. Лихобабенко опускает мяч на газон. Корчагин. Можно скинуть Ботову. Нет, Корчагин сам решает в этом эпизоде. Но здорово действует вновь голкипер словаков Мартин Харак. Отличный сейф. Угловой с правого фланга. Лихобабенко на Куксова. И вновь через дом. Все правильно. Успокаиваем. Успокаиваем мы словакам. Не надо давать им чувствовать мяч. Но вот здесь выдует аут. Сильный заброс. Куда туда? В штрафную. Здорово. Кукса все прочитал. И Эрик, набирай. Голкипер подчищает. Кукса в касание. Ворота пустые. Не точно. Оставляем мы шансы словакам. Не было пока объявления по стадиону. Будет ли что-то добавлено? Точнее, сколько будет добавлено? Всем прекрасно помним, что дважды оказывалась помощь Коршикову. Корчагин здорово в этом эпизоде. Зацепился, обокрал защитника, сохранил мяч, заработал. Очень важный штрафной для нашей сборной. Не возникают там микростычки. Успокаивают всех арбитры. И Валерий Лихобабенко будет исполнять этот стандарт. Наверное, не надо здесь ничего придумывать. Нужно продолжить играть в сохранение, в контроль. Да, все так и есть. Коршиков с мячом, стоит штрафной. Направо. Готовится замена Корчагина. Медведев появится на последний отрезок. Немножко завелся там Эрик в борьбе с защитниками. Ну а тем временем основное время матча у нас уже истекло. Так и не последовало объявление о том, сколько добавлено. Шанс словаков. Прострел. Здорово. Куксов подчищает. Угловой будет. Лихобабенко. Тяжело было в этом эпизоде Валерию, но он справился. Еще один угловой. Куксов здорово. Но мяч штрафной. Лихобабенко его выносит. Что здесь опять происходит? Вновь стычка. По красную карточку. Красную карточку получает Антон Кулагин. Следила за тем. Даже, честно говоря, сложно сказать, за что там была борьба. И к локтем показывают все, что Кулагин кого-то локтем оттолкнул. За удар локтем. Остаемся мы в меньшинстве в концовке этого поединка. Ну и Коршиков надо длинную вперед. Вот чем-то напоминает этот матч. Предыдущий поединок группы С. Там также в концовке удалили испанца. Здесь удалили нашего футболиста. Стычки продолжаются. Здесь уже против Алексея Медведева. Заводятся скамейки футболисты. Ну, надо погасить эти эмоции. Ведем мы в счете. Навес штрафную. Здорово, Куксов. И звучит финальный свисток. Сборная России одерживает первую победу на этом турнире, на чемпионате Европы. Но вот сейчас после матча не надо продолжать.
Алексей Медведев идет там выяснить с кем-то отношения, но нет, все нормально, по-доброму. Сборная России побеждает со счетом 2-1. Голами у нашей команды отметились Валерий Лихобабенко и Михаил Меркулов. Ну и у всех четырех команд группы С теперь по 3 очка. Поздравляем мы наших ребят. Выстояли они в концовке. Все молодцы. Ну и что ж, завтра выходной для нашей сборной. Ну и послезавтра решающий матч за выход в плей-офф. Наш соперник сборной Испании. Следите за анонсами. За нашими анонсами в интернете. Обязательно будет организована также прямая трансляция. Ну и спасибо вам, уважаемые друзья, что провели этот час вместе с нами. Помогал смотреть вам этот увлекательный поединок комментатор Иванов Евгений. Ну и до новых встреч. Stupenka slavnostnímu zahájení druhého duelu. V jejich podání.